Налог на доход физических лиц больше не будут уплачивать пострадавшие от террористических актов на территории России, от стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, а также члены их семей. Документ подписал президент нашей страны, он опубликован на официальном сайте правовой информации. Действие налоговых льгот будет распространяться на доходы, полученные физлицами с 1 января 2019 года. Напомним, что ранее был подписан закон об освобождении от НДФЛ материальной помощи для студентов. В правительстве также планируют снизить ставку НДФЛ для иностранцев с 30 до 13%.